Всем привет, друзья, подписчики мои, с вами Электрик и Жео. Так, ребята, нашел такой вот маленький прудик в городе. Давайте посмотрим, есть ли тут что-нибудь, может какой-нибудь карасик. Мусора много. Тут город. Смотрите, сколько водомерок. Их просто тут тысяча, ребята. Так, ну давайте попробуем на хлеб. Закидываем. Опа. Есть. Ну все, будем ждать. Если что-нибудь клюнет, то покажу вам. Есть поклевочка. Есть, ребята. Маленький карасик. И посмотрите, ребята, какой у него хвостик странный. Откусил, что ли, кто? Или он так вырос, мутант? Так, давайте отпустим его. Есть тут рыбка, значит. Давайте дальше. Блин, ребята, что-то не клюет. Уже сколько сижу. Обычно тут море в таких вот болотцах. Наверное, из этих водомерок что-то развелось сейчас. И карасику не интересен мой хлеб. Обидно. Так, ну ладно, посидим еще немножко. Здесь наконец-то, ребята. Блин, долго я ждал. Кайф. Так. Еще один такой пятачок хорошенький. Класс, ребята, это кайф. Так вот сидеть, ловить карасика. Ну, этот хоть не мутантский, блин. Тот-то какой-то мутантский был. Классно. Давайте отпустим его. О, плыви. Есть, ребята, повело. Такой же пятачок. Такой вот малыш, ребята, класс. Посидел, порыбачил себе, половил себе рыбки. Это кайф, ребята. Хоть и мелочь, и редко, блин, клюет. Это все из-за этих монстров, блин. Перебивают мне всю рыбу, гады. Вау, класс. Ну, а если вам понравилось такое видео, как я наловил целых аж 3 карасика, блин, за целый час. Еще один только мутантский был, с непонятным хвостиком. То обязательно подписывайся, ставь лайк. Всем пока-пока.